Всем привет! 12 сентября на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы под названием «Ребенок с гарантией». По сюжету Агния – успешный адвокат и любящая жена, мечтающая о ребенке, но не может сама его родить. Брать малыша из детдома она не хочет, так как нет гарантии, что он будет здоров. И тут удача улыбается ей, когда она встречает девушку, вынужденную отказаться от своего ребенка из-за сложной жизненной ситуации. Агния даже не подозревает, что стала жертвой интриги, из-за которой ее жизнь перевернется вверх дном. Она в одночасье потеряет своего мужа, карьеру и чуть не погибнет сама. Но зато поймет, что с детьми гарантий не бывает, а может быть только любовь. И встреча с настоящим мужчиной станет для нее наградой за все эти испытания.